сейчас мы открываем 2 Эзры, глава 15. Глава 15, стих 14 до 23. 2 Эзры, глава 15, стих 14. Горе миру и живущим в нем. Еще раз. Горе миру и живущим в нем. Стих 15. Ибо приближается меч и погибель их, и восстанут одни народы и сравнятся с другими, и меч в руках их. Что это значит? Это меч, который мы увидим в фильме или видео. Это меч, это другой. Это не меч, который вы думали сейчас. Нет, 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 нет. Это не типичный меч. Это не типичный меч. Что это значит? Это меч. Это ракета. Это ракета. Это ракета. И когда он сказал, на руки будет и меч в руках их. Это не типичный меч. Это пушки. Это пушки. Это пушки. Это пистолет. Это что мы используем на войне. Будет пушка или пушки. Нет, будет пушки, будет ракета. Тогда в будущее. На это проблема. Еще раз. Горе миру и живущим в нем. Это 2 Эзры, глава 15, стих 14 до 23. Горе миру и живущим в нем. Ибо приближается меч и погибель их. Еще раз. Ибо приближается меч и погибель их. И погибель их. Ибо приближается меч, это ракета, И погибель их. Будет на им много мертвых. Меч и погибель их. И восстанут одни народы и сравнятся с другим. И меч в руках их. Что это значит, это меч? Это не типичный меч. Это пушки. Это пистолет. Что армии или солдаты, что у них сегодня там в Украине в войнах. Ракеты и пушки. Дальше. Ибо будут мятежи между людьми и набеги друг на друга. И еще раз. Ибо будет мятежи между людьми и набеги друг на друга. Друг на друга. Это что Россия делает Украине люди. Я уже сказал вас, Бог уже писал об этом. Это уже маленький, еще будет. Еще много это будет. Это первый. Это ничего. Есть много проблем в будущем. Еще раз. Ибо будут мятежи между людьми и набеги друг на друга. Они не будут считаться со своими королями и князьями. Еще раз. Они не будут считаться со своими королями и князьями. Между президент Путин и Украине президент Зеленский. Еще раз. Стих 16. Ибо будут мятежи между людьми и набеги друг на друга. Они не будут считаться со своими королями и князьями, и ход их
действий будет в их власти. Еще раз, и ход их действий будет в их власти. Дальше. Стих 17. Пожелает человек, еще раз, слушайте внимательно на это. Пожелает человек пойти в город и не сможет. Еще раз. Пожелает человек пойти в город и не сможет. Значит, что вы будете хотеть пойти в город, другой город, от, например, от Киева к, может быть, Москве, Москве в России, от Киева в Украине к, может быть, немецкий город или народы, а вы не можете. Вы хотите быть в ваш город, вы не можете. Потому что есть войны в городе, есть ракеты в городе. Вы понимаете, да? Надеюсь, что вы все понимаете, что я говорю. Будете много проблем на улице, в городе, много армии. Много армии на улице. Много, как сказать, разрушения. Разрушения на улице, в городе. Это что мы читаем сейчас от Библии. Наш Бог говорил об этом. Он говорил об этом. Еще раз. Еще раз. Пожелает человек пойти в город, но он не сможет. Дальше, стих 18. Ибо из-за их горние города будут потрясены. Дома разрушение. Дома разрушение. И люди убоятся. Еще раз. И еще раз. Ибо из-за их горние города будут потрясены. Дома разрушение. И люди убоятся. Люди убоятся. Это что мы увидим сегодня в Украине. Это все начало горести или скорби. Дальше. Человек не будет жалеть ближнего своего. Человек не будет жалеть ближнего своего. Еще раз. Человек здесь, например, это Россия президент Путин. Не будет жалеть ближнего своего. Его сосед, он не будет жалеть. Но мешам разрушить их дома. Это мешам, это нетипичный меша. Это нетипичный меша. Это ракета. Это ракета. Но мешам разрушить их дома. Ну, думайте, как типичный мешам как типичный мешам может разрушить все у вас на в городе, ну, например, дома. Это невозможно. Это значит другой. Это значит ракета. Это значит ракета. Человек не будет жалеть ближнего своего, но мешам ракета разрушить их дома и расхитить имущество их за недостатком хлеба и от великой скорби. Не будет еды и хлеба, и от великой скорби. Поэтому это будет великой скорби. Великой скорби. Великой скорби. Наш Бог уже предсказал об этом.
Вот говорит Бог. Вот говорит Бог. Это в будущее. Не сейчас. Это в будущее. Это в будущее. Наш предок тоже сказал об этом. Будет в будущее. В Новом Завете. Апостол Иоанн в Откровении. Он сказал об этом тоже. Слушайте. Вот говорит Бог. Я созову всех сыроземных, чтобы поклониться мне, которые от восхода солнца, от юга, от востока и Ливана, восставать друг против друга и воздавать им за то, что они сделали им. За то, что они сделали им. Они сделали им. Будет великий, будет потом великий война между всеми странами. Почему? Почему? Я уже, это уже ваш ответ. Я уже сказал раньше и спросил, почему эти много проблем сегодня? Почему это войник сегодня? Почему это? Бог уже сказал здесь. Я созову всех. Еще раз. 2 Езрус, глава 15, стих 20. Вот говорит Бог. Я созову всех сыроземных, чтобы поклониться мне, которые от восхода солнца, от юга, от востока и Ливана, восставать друг против друга и воздавать им за то, что они сделали им. Они сделали что? Какие люди? Они делали какие люди? Израиль люди. Дальше мы узнаем, как они поступают сегодня с избранными моими. Бог сказал, как они поступают сегодня. Сегодня. Как эти все народы, остальные народы, поступают сегодня с избранными моими. Какие это люди, его избранными люди? Почему он сказал это? Какие эти люди? Давай мы открываем сейчас книгу Исаия. Книга Исаия, глава 44, стих 1. Кто эти его люди? Или что это значит, когда он сказал, как они поступают сегодня с избранными моими? Кто эти избранные моими? Кто эти его люди? Сейчас мы открываем. У нас ответ здесь в книге. Книга Исаии, глава 44, стих 1. «Они не слушай, Яков, а сейчас слушай, Яков, раб мой и Израиль, которого я избрал, и Израиль, которого я избрал. Сейчас вы понимаете, почему есть эти проблемы сегодня? Почему у нас эти проблемы сегодня? Это война, коронавирус, это землетрясение. Эти все проблемы у нас сегодня. Это наше богосуждение на эти все народы. Остальные народы, кроме Израиля. Почему? Потому что вы, эти все народы, вы забрали наши люди и рассеяли нас на все остальные народы. А вы поставили наши люди в рабство. А вы сейчас, сегодня, на городе назвали наши люди обезьяны, блин, или блиад. Вы знаете, что это значит. Вы смотрели, или сегодня вы смотрите на наши люди, как мы ничего. Как мы просто животных. А вы наручили наши люди
много раз. А мы много раз плакали на тебе и сказали, пожалуйста, пожалуйста, а вы не слышали. Ваши суждения уже здесь. Еще раз. Ваши суждения уже здесь. Сейчас это может быть Украина, потом будет Россия суждение. Надо ждать. Надо ждать. Эти суждения придут от нашей Бога. А тогда вы будете сказать, пожалуйста, а мы не будем слышать. Как вы сделали нас, мы будем делать, когда Иисус Христос будет здесь, наш король. Это уже начало сегодня. Начало. Поэтому сегодня тема – это начало горести или скорби. Как вы делали нас, наш Бог будет делать вас. Он уже начал это делать. Это уже маленький. Это уже маленький. Это уже ничего. Надо смотреть твой телевизор. Еще много нарушений придет от нашего Бога. Обратно. Второй Эзрос, глава. Второй Эзрос, глава 15, стих 20. Вот говорит Бог, я созову всех царей земных, чтобы поклониться мне, которые от восхода солнца, от юга, от востока и Ливана восставать друг против друга и воздавать им за то, что они сделали им. Стих 21. Как они поступают сегодня с избранными моими. Как они поступают сегодня с избранными моими, так и я поступлю, так и я поступлю, так и я поступлю. Наш Бог сказал это. Так и я поступлю и воздам в недрах их. Так говорит Господь Бог. Дальше, стих 22. Не пощадит грешников десница моя. Еще раз. Не пощадит грешников десница моя. Десница моя. Это Иисус Христос, Он его рука. Не пощадит грешников десница моя, и меч мой не устанет над проливающими невинную кровь на землю. Кровь на землю. И это еще будет много войны и много еще, как сказать, ракет. Да, это наш Бог воли. Это что Он хочет. Почему эти все проблемы сегодня? Потому что вы все остальные люди у нас были очень, очень зло. Очень зло. Вы сделали много зла. Вы сделали много злое на наши люди. Поэтому наш Бог сказал это. Еще раз. Не пощадит грешников десница моя, и меч мой, ракета мой, не устанет над проливающими невинную кровь на землю. Почему он сказал меч мой? Почему он сказал меч мой? Я знаю, много людей думают, почему это? Стих 23. Огонь вышел из гнева его. Огонь вышел из гнева его. Он сотворил эти все наушники, которые делали эти ракеты, эти пушки. Он сотворил эти все идеологи. И он дал им эти все умные, или что они узнали сегодня. Что они могут сотворить эти все ракеты. Сентические люди. Это наш Бог воли. Поэтому он сказал,
ни пощадит грешников десница моя, и меч мой, и меч мой, ракета мой. Ракета мой не устанет над проливающими невинную кровь на землю. Дальше, стих 23. Огонь вышел из гнева его, из гнева его, из гнева его. Огонь, огонь вышел из гнева его. Почему у него это гнев? На что эти люди делали его люди, которые он выбрал, которые он выбрал. Израильские люди, черные люди, латиноамериканские люди и корейно-американские люди. Огонь вышел из гнева его и пожрал основание земли и грешников, как зажженную солому. И грешников, как зажженную солому. Поэтому я сказал, еще будет много войн. Это просто, еще раз, это просто начало горести. Увидим вас на следующей теме. Мы начнем эту тему. Уже не конец. Но сейчас я вам скажу шалом, самый высокий Бог и Христос благословит вас. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold, from Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone, 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.